Всем привет, вы на канале Кулинарная Планета, с вами я, Сергей. Сегодня у нас рыбный день. У нас будет лосось в сливочном соусе. Поехали. Кусок рыбки у меня весит 600 грамм, и его я разделю на 3 равных части. Солим рыбу по вкусу и сверху немного выдавим лимонного сока. На разогретую сковороду добавим самую малость подсолнечного масла и обжарим кусочки нашей рыбки со всех сторон буквально 1 минуту. Рыбу мы обжарили для того, чтобы она со всех сторон взялась корочкой, а дальше ее приготовление будет уже в самом соусе. Сюда же на сковороду добавлю немного сливочного масла. И пока оно растопится, буквально один зубчик чеснока мелко нарежу. Отправляем его к маслу, обжариваем его вместе с маслом, для того, чтобы пошел хороший аромат чесночный. После этого добавляю неполную столовую ложку муки и хорошо вымешиваю, чтобы не было комочков. Добавляем соли и добавляю перец. Перец я использую белый, для того, чтобы потом наш соус не имел таких черных крупинок. В сковороду добавляю 250 миллилитров сливок. У меня они 18%. Как только соус начинает густеть, возвращаем рыбу обратно на сковороду. Накрываем крышкой и оставляем протушиться буквально 3, максимум 5 минут на очень медленном огне. Берем пучок свеженького укропа и нарезаем его. И уже в самом конце бросаем его в сковороду. Прошло 5 минут, и уже время снимать пробу. Достаем кусочек. Смотрим, что у нас получилось в серединке. В серединке она полностью готова. Возьмем кусочек на пробу. Вкусняшка. Еще горячая, но уже в самый раз можно кушать. Всем приятного аппетита. Понравился видос, ставь лайк. Увидимся в следующем видео. Всем пока.